Усо, начинается, давай доставай камеру быстрей. Я уже достал. О, Marvel Studio, пишется вроде. Ну чё у тебя руки-то ходят ходунами, камера трясется, там не видно, нормально будет ничего. Да сейчас. О, Спутермен. Так, вы чё, пишете? Вы с камерой, что ли? А ну на выход, я сейчас полицию вызову. И чтоб с камеры всё удалили, пираты начинающие недоделанные. Приветищи! Ты уже понял, да, по трясущейся камере, что это VR-чик. Наконец-то ты дождался, потому что очень много было комментариев, чтобы я заснял VR-чик. И вот, я человек в инвизи, такое ощущение, что мои руки глючат. Мы находимся с тобой сейчас в самой легендарнейшей, самой грязной комнате, которую только можно представить, Человека-паука. На всю комнату здоровенный люксовый вентилятор, старый древний... Чё это меня глючит так? Чё-то я не понял. Так, это я вырезать не буду. Ты увидишь все прелести VR-игры. В общем, у нас здесь, смотри, старый древний компьютер. Ну, это ж Человек-паук, он любит все древнее, старое и поросшее паутиной. Ну, знаешь, когда все в пыли и в паутине. О, чемоданчик. Точно, мы же собираемся в поездочку. Вон мой костюмчик висит, отлично. Коробочки? Походу, у меня переезд. Так, с чем я, собственно, могу здесь повзаимодействовать? Телефончик могу взять? Не могу, у меня руки в инвизи. Они прозрачные. Ладно, черт с ним, с этим телефоном. Давай лучше начнем Story Mode. Посмотрим, чем она расскажет. О, привет, China Town. Так, у меня тут потайник открылся. Смотри, тайник, да, в тумбочке. У меня, между прочим, тоже в таком тайнике всякие ножницы, скотчи. Но вот маски и Человек-паука нету. Какая-то стрёмненькая маска. Ладно, оденем её. Как обтягивающий. Оу! Да я пауч моё чутьё красавчик! О, браслетики. А, это паутина. Я её что, связывать могу? Узелки вязать могу, прикинь. Блински, она прикольная такая, она такая тянучая. Я так сейчас крикнул, как будто у меня паутина из другого места вышла. Ну вот опять. О, господи, что с моей рукой? А, у меня просто внутри органы зачесались. Все понятно. О, все ништяк. Ну, я думаю, что пора выпрыгивать в окно. Ну, в смысле, не выпрыгивать в окно, а спасать мир бежать. Ща, я только ухо почешу. О, как хорошо. Ну все, я готов. Главное не упасть никому на капот. Понеслась жучьего чутье. О, да. Мы находимся сейчас с тобой на тренировочном листу... Фу, блин, листу, мосту. Поскольку мы с тобой впервые Человек-паук, нужно, конечно же, потренироваться, ну, там, физической культурой заняться, там, пробежечка, 30 минут, потом полазить по стеночкам, популять паутиночкой, конечно же. Ну, в общем, чем ты обычно занимаешься на физкультуре, тем мы здесь и займемся. Так, прыжки на месте. Сейчас попробуем, посмотрим. Ух ты, какие у меня кривые коленки. Шикарнейшие кривые коленки, ты посмотри. Ладно, давай уж прыгнем. Красиво по паучи прыгаем. Теперь у нас бег с препятствиями. Нужно преодолеть невидимую стенку. Опа. Они чё такие? Дряхленькие мои ножички справляются. О, теперь нам нужно популять паутинкой. Паутинка пошла. Надо натянуть. И, о, потянули и полетели. А, ну тут все понятно. Теперь нужно от стенки к стенке, да? Ох, ёшки-матрёшки. Ятишкин корень. Да я вообще могу. Получается, ты глянь. Как у школьника все выходит с первого раза. Теперь самая важная паучья тема. Связать узелок. В смысле это, паутинку нарисовать. Че, какая-то фигня. Ну, это не совсем паутинка получилась, но ее засчитали. И последняя тренировка это пулять в зеленый шарамбус. Это я люблю, это я умею. Сейчас из двух рук популяем. А чё, всё? Разбежался. Есть, меня выпустили на волю. В город. Ништяк. Можно мутить свои паучьи дела, спасать людей и просто пропёрживать свой костюм. Паутина у нас заправлена на 100%. А это означает, что она у нас будет кончаться. Ну, я же Человек-паук, у меня паутина бесконечная, так что все будет нормально, я надеюсь. Сейчас мы с тобой взбираемся на самое высокое место. Это вот этот вот столбик заостренный. Главное не пораниться об него.
Ну что, давай мы отсюда прыгнем, что ли? Поехали! Ух, как страшно, ё-моё! Ему тоже прикольно. Пускай паутину! Скачи, как стрекоза! И не гать, как голубь! Это самые главные три правила. Сколько тачек! А где люди, кстати? Кого спасать-то в этом мире? Так, давай-ка присядем. Посмотрим. А где люди? Я только мусор вижу. Может быть, люди это слишком сложно для такой графики? Я такую графику видел только в PlayStation 2. Какие однообразные машинки. О, мусор! А ну иди сюда. Хотел мусор притянуть, а мусор притянул меня. Это о чем-то договорит. Блин, паутина уже кончается. Плохие дела. Надо где-то подзаправиться. Ух. Чё, метеорит падает? Ёшки-матрёшки. Камни с неба сыпятся. Настал мой звездный час. Надо спасать людей. А, погоди, это... Что? На меня кто-то наступил? Паучка затоптали ногой? Или шлепнули тапком? О, я пришел в себя. Капец, это вот эта дура на меня упала, что ли? О, плохие дела. Мои паутинопускатели сломаны. Как быть? Что делать? Робокоп восстан. Ты тише давай. Асфальт мне здесь закатай. Ты чё беспределишь? А, нифига себе, он асфальт себе на брюхо и на ноги цепляет. Типа броню намутил. Да ты крут. Чё там у меня с паутинкой-то? О, заработало. Только один браслетик перезарядить надо. Как это сделать? Ёкарный бабай! Как перезарядить? У меня инструктажа даже не было. А это что за хи... Еще тут маленькие роботы ему потаскивают асфальт. Ты перезаряжаться будешь или нет? Мне тут мир спасать надо. О, неужели получилось? Я правда не понял, как я это сделал. Ну ладно. Вот этих чуваков надо как-то затормозить. Они явно мне будут мешаться. Запутаем их паутиной. Так, иди сюда. Ммм, с ветерком. Халявное такси. Здрасте, оплаты не будет. Чё мне с тобой можно сделать? Ладно, фиг с ним, с этим дроном. Мы попробуем затормозить этого чувака. Да капец, паутина опять сдохла. Как перезарядить? Твою ж ты. Тьфу, блин. Поплюй на нее, потыкай ее. Зажимай, зажимай. Нифига не работает, он убегает от меня. Как перезарядить-то? Шайтан машина, перезарядись. Ну, пожалуйста. Дай мне сил. Лунный свет! Сработало! Короче, буду теперь постоянно говорить «Лунный свет!» и... Смотри, перезаряжается. Все работает! Все, бежим, бежим быстрее! А то он сейчас пол Нью-Йорка разнесет. Я мчу! На парах... на каких парах? Ну, короче, на каких-то парах я мчу. Предлагаю намутить ему засаду. Сейчас сплетем паутинку. Вот так. Что-то не получилось. Ладно, пробнем еще разок. Отличное место, чтобы сделать здесь паутинку. Так. Еще разочек. Ништяк. Кажется, это надолго его не задержит. Черт, он паутину рвет. Ах ты засранец. Я из тебя сейчас паутину сделаю. Лунный свет. Ништяк. Лунный омлет. О, тоже сработало. О, посыпался наш здоровячок. Асфальт начинает отколупывать от него. Ничего. Вот этих дрончиков надо как-то остановить. Давай попробуем его пришпандорить к стенке. А, нет, это не работает. Нужна другая тактика. О, он уже весь восстановился, что ли? Валим. Чуть нас не раздавили. Паутина на подходе. Сейчас закончится. Капец, как это напряжно перезаряжать паутину-то. Дроны, а ну стоять, куда это вы направляетесь? Вам туда нельзя. Давай. Есть. Так, вначале, короче, останавливаем дронов. Сшибаем их всех нафиг. Мушечки мои сладенькие. Всех паутинку поймаю. Есть. Все, почти всех дронов уничтожили. Теперь таскать ему асфальт некому. Так что есть вероятность, что сейчас я его победю. Но это не точно. Сколько ж я паутин на него истратил. Попытка номер два. Попробуем снова его затормозить. Вот таким вот образом. Сделаем несколько паутинок. Надеюсь, это его хоть как-то затормозит. Попался! А вот теперь давай выпутывайся. Но это для него слишком легко.
Ах ты, посмотри, там еще один дрон живой. Теперь понятно. Надо этого дрона уничтожить. Есть. С плеча, с ноги и с руки броню снял. Самое интересное, что этот робот в принципе безобиден. Он только рушит асфальт. Дома и машины он не трогает. Поэтому в принципе пока все идет кошер. Осталось ему снести только руку. Две руки. И все. Переходим к ближнему бою. Отсюда лучше вид. Готов? Осталась последняя деталь. Последний асфальт на руке. Есть! Все, он полностью обнажен. Гляди-ка, он побежал. И дроны появились какие-то красные. Это плохо. Это уже не таскатели асфальта, это дроны боевые. Они мне уже сломали один браслет. Черт подери. Надо уклоняться от их лазера. Вот так вот, получай. Догоняем нашего гигантского робота. Он от нас чертовски убежал на своей спринтухе. Но вот, как обычно, рядышком нет высоких зданий. А до тех паутин не достает. Давай, 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 будем по маленьким карабкаться. Опа, лазер. Это он уже в нас стреляет. Вправо. Влево. Уворачиваемся. Почти нагнали. Эй, красавчик, подожди. Не убегай. Твой дружелюбный сосед Человек-паук уже здесь. Мне кажется, надо стрелять ему в каску. Нет, в каску без толку. Может быть, тогда в руку? Попробовать надо в руку стрелять. Куда побежал? Стой! Черт, я его не удержу так. Так, он остановился. Сейчас, походу, будет лазер. Точно! Ух, как рядышком. Пропустил, да? Между ног у него проскочи. Попал все-таки в меня. Он все обесточил мои браслеты. Плохие дела. Очень плохие. У меня теперь нет паутины. Надо ждать, пока она восстановится. Давай, 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 давай. Есть! Огромная паутинка! Все, сейчас это должно его затормозить. Он пробует разрушить мою паутину. Сейчас посмотрим, как он это сделает. Без своих помощников, дронов и брони. Твои ж налево, дроны-то появились. Вон он один. А их даже два. Я попал под жесткий обстрел. И от робота отхватил, и от дрончиков. Ну чё, пупсик, запутался, да? Пришло время распрощаться с тобой уже. Надоел ты мне чертовски. Ща, подожди пару минут, у меня перезарядятся тут браслетики. Готово! Получай в глаз! Кстати, ему действительно надо было в глаз все-таки стрелять. В черепуху. Блин, 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 паутин, давай быстрей. Чё, все что ли? Я его победил? Да ладно! Апгрейд доступен новый. Офигеть, я поймал, смотри, здорового робота! В своей сети! Кайфовочки! Офигеть! Мой первый супергеройский подвиг! Югу! Аллилуйя! Можно гулять! Можно тусить! Ну, что могу сказать? У нас появился новый костюм. Темненький, такой черненький, красивенький. Но оденем мы его уже в следующий раз, если, конечно, тебе понравилась эта игруха и ты хотел бы видеть продолжение. Так что голосуй, с тебя лайкос, комментос под видос. Ну и, конечно же, подписочка. А я с тобой на этом прощаюсь.